Да, настроение отлично. В принципе, неплохо провели домашние игры. Вот, завтра сильный соперник, и в гостях мы у них проиграли. Надо возвратить должок. Достаточно такое досадное, обидное поражение получилось. Что же не хватило в той встрече? Ну, не знаю, в концовке не хватило. И, в принципе, по-моему, там в меньшинстве пропустили. Мы многовато удалялись. Вот, нужно исправить эти ошибки и сделать выводы, и играть на победу. Три победы подряд. Это как-то будет дополнительно мешать или, наоборот, придает уверенности такая? Да нет, конечно, я думаю, придает уверенности. В принципе, с каждым матчем мы играем все лучше и лучше. И завтрашнюю игру нужно также добавлять и не отступать назад.